Приветствую всех на канале Мир Пикулов Геймс, на связи Александр Приколист. И мы заново начинаем проходить за Вудликса, потому что в прошлой серии, я думаю, вы ее уже видели, я очень сильно тупил, блин, и... Ой, короче, несколько раз умереть за одну серию, это, конечно, это как... Ну, я так умею, в принципе, да, для меня это нормально. Так, ракушки собираем сразу, с собой собираем, ну его нафиг. Так, ну лодку в любом случае мы сделаем эту. Давайте, кстати, глянем, как у нас там. Во, сейчас хотя бы разброс какой-то есть. Раз, два, три, четыре. Четыре клада мы видим. Пять. Да? Пять штук мы видим. И давайте шапку напялим. Может быть, где-то здесь еще появится один, пока мы бегаем. Насколько я понял, эта шапка открывает, если поблизости клад какой-то находится, она открывает точно. Ну, либо действительно, пока мы ее таскаем, она открывает клады еще. Так, и опять же, неплохой островок. В этот раз я даже не знаю. Может, я поселюсь на таком островке, на начальном. Маленький. Ну, честно говоря, мне тот мир и не очень нравился, блин. У меня Додо там утонул. Ну, я старался, вы видели, я старался. Я хотел, конечно, специально. Думал, ладно, сдохну, поддамся. Нет, я убегал, блин, и это как... И вместо того, чтобы запрыгнуть на плот, я, блин, почему-то... Я, походу, пробел нажал или F нажал. Короче, я что-то лишнее, походу, нажал. И вместо того, чтобы запрыгнуть на плот, я побежал, блин, на теневого монстра, удалять его. И все. Там бы я, может, еще помучился в том мире. Ну... Кстати, мне вот этот остров уже как-то импонирует. Хотя, может быть, все-таки стоит сделать нормальную лодку. Я имею в виду не вот эту, которая у нас. А плыть ближайшие острова. Посмотреть, что тут и как. И, может быть, найдем тот, который мне действительно понравится. Более классный. Так, я, по-моему, кувалду уже могу сделать. Я могу сделать кирку. Если могу, тогда делаем. Да, и как раз вот забыл о той фишке, что если мы на воде умираем, не особо-то и страшно. Правда, вещи, которые тонут и которые у нас находятся с собой, ну, не в рюкзаке, а так вот если находятся, они тоже утонут. Поэтому, как вариант, кстати, есть смысл помирать. Блин, кстати, я как раз и мог бы в том прохождении запрыгнуть на плотик и умереть на нем. Я бы не умер, то есть наш персонаж не умирает, а он оказывается на берегу острова. Еще у него есть доски, есть немножко травы, это бревна и травы, то есть которые хватает на плот, и по идее которого хватает, ну этого хватает еще и на костер, то есть... Довольно-таки неплохо. Так, кремния, по идее, я, по-моему, нахватал, да? Я пока не вижу. Я что-то тут у меня все в перемешку. Или он у меня весь кончился? У меня место кончилось уже. Так, давайте вот это схомячим. И все-таки я разложу, как обычно. А то я так не понимаю, что у меня где. Так. Что у меня где? Тут камни должны быть, веточки, трава. Ну и кремний пока так пускай лежит. О, у нас труба же еще есть. Так, еда. Еда. Топор я не сделал, да? Сейчас сделаем. По-моему, остров все закончился. По-моему, закончился. Нарубим пальм, обратно вот эти вот вещи я посажу. Где мне нужны листочки? Я не знаю, тут столько пальм есть, нету. Я вот вижу две, но там, скорее всего, еще. Четыре, я думаю, найду на острове по-любому. И островок очень маленький. Не хочу, больше не буду селиться на маленьком островке. Так, сажай. Пускай, а то вдруг я тут окажусь, помру. А мне, допустим, пальмы нужны будут.
Так. Не вижу. Не вижу пальм. Блин, где пальмы-то? На другой стороне? Ну, это вот пеньки отображаются. Да, на той стороне. Трава немножко есть. Мало веточек. Еды немножко есть. В принципе... Да можно будет сейчас срубить, сделать рюкзак и уже отправляться. И, может быть, что-то разведать еще стоит. Веточек мало только. Ну, пока нам одного факела хватит, по крайней мере, можно так сделать. И сейчас будем выбирать, куда отправимся. 20 рассудка где-то, да, потерял за день. Так, сажай. Больше пальм. Больше пальм. И где-то я их... Подождите, а где я бросил-то я их? А вот они. 3, и мне еще один нужен. Жалко все что-то выкидывать тут. Давай. Рубим последнюю. Посмотрим на карту, куда поплывем. Мне кажется, нужно здесь вначале пережить. Ночь. Как обычно, это я делаю. Так. Так вот, по-моему, даже можем сделать. Да, вот так вот. Отлично. Так, складываем это. Складываем это. Бутылка. И пока побегаем, что-нибудь подобываем еще. Мачете смогу сделать. Не хватает опять кремния. Кремний, 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 кремний. Кремний в этих, блин. В камнях. Но я уже ничего не успеваю. Да ну нафиг, давай ставь. Да ладно, ты тупишь, ты чего ставь, давай ставь. О, блин. Сейчас затопит его. Опять, блин. Что? Опять косяк с этим светом, да, блин. Я и так из-за этого света. Так, главное сейчас побьем этих змей, убьем, побьем. Рассудок падает. Да, блин. Бей. Блин, зря я их бью, они. Они же выползают оттуда. Так, все, валим отсюда, ну его нафиг. Вот только вот этот... О, клад появился. Видели? Поэтому шапку я эту буду носить по возможности. Первое время буду постоянно я ее носить. Появился клад. Блин, у меня лопаты нету. Ну, по крайней мере, хотя бы мы знаем, что он тут есть. Так. Вот островок, два клада. Смотрите, лес, картошка, какие-то валуны, возможно, золото. И он не очень далеко. А здесь, по идее, тоже картофан, но тут не факт, что тут лес. Давайте прям туда вот и отправимся. Мне кажется, будет неплохой островок. Я надеюсь, он мне понравится. Но опять же, я очень сильно надеюсь, что... Ну, может, в этот раз, блин, повезет мне... Найти Дудо и разводить. Я очень надеюсь, что я смогу их найти и развести. Кстати, я мог бы с помощью трубы еще. Да, давайте мы хотя бы ближайшую местность проверим. Вот, один остров вижу. Ну и как раз место освободим, у нас его маловато. Так. Ну и, наверное, все-таки давайте на тот залезем. И посмотрим. Может, там золото есть, там ну, клады точно есть. Вон два я вижу. Ну, что-то мне кажется, он маленький. Судя по тому, что я берег не вижу. Он что, вот такой масенький вообще. Хотя, может быть, это просто какой-то кусочек, а дальше он большой. И хороший.
давайте смотреть. Так, цветочки здесь есть. Пляж есть, пауки есть. Пляж небольшой. Хотя, кто его знает. Большой пляж, хороший пляж, и есть пальм, причем в хорошем количестве пальмы есть. Это неплохо. Так, сразу вот это забираем дело. Сейчас посмотрим, там скорее всего золото в лесу есть, потому что какие-то камни я видел, поэтому есть вероятность, что золото, и в принципе у нас на лодку уже будет сейчас хватать материалов. Да, вот уже и веревки нашел. Хотел сказать, что... Так, здесь есть пчелы. Это уже неплохо. Слышите, он не маленький такой. Вот посмотрите, какой там лес. И какой там лук. И, по идее, фикс даже есть не будет. Так, есть блюдечки. О, лес еще в этой стороне. Так, неплохо. Лес еще здесь. Макак не видать, ну макак, ну, остров уже большой, в принципе макак можно поселить даже здесь где-то, в какой-нибудь стороне. Вот и золото. Так, это меня кто-то шлепнул, а, змеи, змеи меня били, понятно. Так, кирка у меня есть. Так, если тут еще будет алтарь, то это вообще офигенно. Это будет вообще офигенно. Ну, хотя бы большой. Большой пляж. Можно, кстати, на пляже свиней поселить. Да, если их тут не будет, то поселим как-нибудь. Я, правда, не знаю, из чего теперь делается. Мне кажется, из бамбука делается, из листьев. О, здесь еще и макаки есть. Так, еще пауки. Много пауков, опять макаки. Да, ну смотрите-то, и остров-то какой громадный. Есть где развернуться. Это мне уже больше нравится. Так, макак тоже где-нибудь с одного краешку всех поселим. Ну, в принципе, мне все больше и больше нравится этот островок. Так, золото. И золото набили нормально. Кустики сразу растут. Тоже неплохо. Можно будет их отсюда повыковыривать и к себе поближе. Так, здоровье восстановили, рассудок в норме. Жрать особо сильно не хотим. Так, ну золото давайте заберем сразу, блин. Потом, чтобы не бегать, пока я исследую этот островок. Сразу тогда проверим все тут, как и что. Ну он большой. Вообще тут почти все есть. Вот каменный биом пока я не нашел, лавовый здесь. И свиней не нашел. Если и это тоже тут есть, то это вообще офигенный остров. Если нет, камни не страшно. Камни в принципе, ну, где-нибудь рядом тут может есть даже. О, еще один, подождите. Еще один клад открылся. Смотрите, раз, два, три. А тут, наверное, как-то вот так вот. И еще один лес. Может быть, есть смысл где-то жить вот в этой сторонке, а здесь вот макаки пускай себе плодятся. Когда нужно, можно к ним приходить. Так, и факел у меня, как обычно, не сделал. Давайте сделаем заранее. Ночь еще побегаем. Тем более, тут есть чем заняться. Во, как раз сейчас там месилово пауков, змеи, макак. Вот это я люблю, потому что потом мы мартышек покормим, они нам
как повыкидывают всего там, и шкурок и в куче. Там и шкурок, и паутинок. Короче, все, что вот остается, вон, видите, уже паутинка есть. Сам я туда не хочу подходить. Я боюсь. Это все макаки соберут. Вон, видите, они со змеями дерутся там. Все нормально. Так. Вон они сейчас шкурки соберут, мясо соберут. И пляж. Два пляжа, короче. И два леса. Ну, как тут со свиньями? Так, а у меня факел есть. Давайте собираем пока. Собираем. Ракушки еще нужны. А, еще, еще местность с картошкой, с цветочками, с всяким таким. То есть это тоже неплохо. Картофан можно сразу собрать. Это первые дни будем жрать его. Потом еще, я думаю, вырастет. Так, там пауки. Ночью я не пойду пока к ним. Как раз это будут, наверное, первые пауки, которых я оттуда вынесу отсюда. Так. 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 И, по-моему, обезьяны и с этой стороны тоже. Я слышу, обезьяна там это... Что-то делает. Да, вот бегает она тут. Ну, сейчас глянем, что тут и как. Так, на тебе факел, а я пока картошку соберу. А то ты сейчас... Гадина такая. Клады соберем, просто мне сейчас, во-первых, некуда складывать, во-вторых, нужно лопату сделать и... Блин, неплохой такой островок. Так, смотрите, сколько тут. Раз, два, три, четыре. Четыре хижины макак. Раз. Есть улей. Пауков. Вижу один только. Здесь вот. А, один, два. И здесь один. То есть вот этот мы снесем. А там даже пускай будут. Правда, нужно учитывать, что, блин, с этими пауками вечером туда не ходить. Иначе... Я имею в виду макак громить. А вот еще пауки. Нормально, сейчас мы их снесем. Так, еще золото. Макаки. Ну, короче, тут неплохая местность. А теперь выбрать, где поселиться. Около луга. Может быть, прям где вот луг и лес. Тут в глуби, я не знаю, может быть, все поврубаю там. Для додо оставлю место. Хотя для додо лучше, конечно, тоже на пляже. А может, да, их недалеко от себя, чтобы они под присмотром были у меня. Ну, в принципе, и все. Оббежали весь островок. Вот где-нибудь... Вот здесь. Вот смотрите, то есть... Вот до обезьян я сюда буду бегать, правильно? Корабль вот как раз у меня и стоит тут. Тут кустик растет один, еще посадим кустиков. Вот часть каких-то там деревьев, кустов уберу нафиг оттуда, потому что будут выползать змеи, я не хочу. Да, давайте где-нибудь здесь. Мне и цвет нравится, вот зелененький, прикольно. Давайте здесь обоснуемся. Мне нравится этот островок. Камней не очень много, а так, в принципе, все нормально. Так, первым делом рюкзак, чтобы поменять, а то у меня места нету нифига. Так, рюкзак, и давайте сделаем сразу один чемоданчик. Сундук. Так, а подождите, мне нужно около воды, по идее. Чтобы я иногда мог как-то тут тусоваться. Это не затапливает, будем тогда вот тут вот сейчас. Но это мы нормально все сейчас сделаем, потому что ту машину я снесу, сделаю другую. Все норм, я думаю, будет. Так, веревки, вот пока бутылки убираем. Вот это тоже пока не нужно. Ну и в принципе...
Так, это нам есть не нужно уже. Вот так вот. И скидываем. Сейчас возьмем тот рюкзак. По-моему, все у меня... По-моему, все у меня хватает на создание научной машины. Ой, алхимической. Так, делаем 4 блока. Так, готово. Электрические штуковины. Готово. Это сделали. О, золото, золото. Давайте сразу сделаем громотвод. Я могу забыть, поэтому ну его нафиг. Так. Ставим тогда где-то вот. Кстати, а у нас вот еще один сундук тут будет как раз, да? Ну не должно затопить. Я полы еще поменяю здесь. Тут нет прилива. Прилив будет вот тут вот где-то вот. Тут нет. Так, лопату, лопату. Самое главное, сейчас клад будем выкапывать, точно. Так, и пока светло, я хочу засветить, глянуть поблизости. Вот с этой стороны есть что-то у нас или нет? Может быть, коралловый риф как раз рядом тут. Так, здесь нету. Куда-нибудь сюда? Нету. Жалко. Ну, оставим еще на разок, куда-нибудь засветим. Кстати, на грузовую лодку... А, нет, все, уже материалов нет. Ну, в принципе... О, подождите, я не понял. Еще один появился? Я просто не успеваю. Раз, два, три, четыре. Еще один, по-моему, появился. Не было же тут это как... Ничего. То есть вот он носит эту шапку, когда у него действительно... Показываются. Ну, я так понял, поблизости, наверное, все-таки. Так, ну давайте рыть. Может, тут какие-то ништяки сейчас найдем. Так, ветровка. Обсидиановый мачете. Опа-на. Опа-на. Я не знаю, чем он лучше. Он может прочнее. Тоже может загорается. Неплохо. А у меня мачете как раз нету, точно. Так, монетки. Ну, короче, все это барахло можно пока даже здесь и оставить. Давайте золото поставим. Поехали дальше. Короче, сейчас клады повыкапываем, посмотрим, что у нас там есть. Так, монетки. Ну, и этот сундук можно сломать. Будут доски как раз. Так. Чего-то у меня не хватает. Веточек. Веточки закончились. Так, еще один клад здесь. О, кстати, веточки на всякий случай. Я не знаю, на тот же факел, которого у меня опять нету. Так. Так. Да, я не поставил громотвод. Сделать я его сделал. Клад где-то здесь. Опа. Никого нету. Опа, опа, опа-на, опа-на, опа-на. Блин, спасите. Давайте попробуем мачете. Огненный. Этот, обсидиановый, как он из себя? Я думаю, не убьют. Ладно, так сейчас замесим. И вообще нужно убирать этот, ё-моё. Успею я, нет? Я даже клад не успел посмотреть, что тут. Ломаем нафиг, как раз нам нужны паутинки, чтобы они нас не напрягали. Так. Ловушки, ловушки, тырит эти. Макаки. Макаки их вытаскивают из земли. И тырит. Вот это фигово. Ну, макак, мы переселим туда, а ловушки нам пригодятся, я не знаю, там для чего-нибудь. Так, ну, я не знаю, обычный костер пока поставить. Нафига я только его поставил, непонятно. Ну, хотя бы что-то поукидывать. И как-то надо уже распределять. То есть, что нужно, что не нужно. Так, давайте всякую билиберду будем складывать сюда. Важные материалы вот в этот сундук, чтобы не забывать. Так, вот монетки опять. А что-то поважнее будем ложить сюда.
Ну, материалы всякие. А, я есть хочу. Я есть хочу, вот, понятно. Да. Ну, как раз картофана нам хватит. Да, и бегаем долго, долго бегаем, блин, по суше, рассудок падает. Фигово. Так. Ну, мы сейчас опять что-нибудь изучим. Так, где у меня где-то был тут этот... Я его изучал сразу, воткну куда-нибудь вот сюда вот. О, так. Тут материалы, все нормально. Так, вот паутинки. Вот это положим. Вот бумеранг, честно говоря, я им не особо пользоваться-то и умею. Ну, тут запас еды пускай будет. И пока все. Так, глянем. Тут еще пауки, от которых нужно избавиться. Тут коробка, коробка и клад. Ну, пойдемте, раз уж на одном острове, блин, столько клад. Сейчас пока бегаем, может еще появится. Жесть. Ну, конечно, да, вот это, наверное, немножко упрощает жизнь нашему герою, но, блин. Все равно рассудок падает бешено. Классно, да, что клады, клады, это классно. В них можно найти что-то офигенное. Но рассудок, блин, падает, жесть. С рассудком, хотя, да, там можно готовить какие-то там, ну, я опять же говорил, и риски. Во, консерва выпала. Всякие риски там, фигиски там, короче, можно делать какую-то еду, которая будет повышать рассудок. Так, ничего не видно за лесом. Лопата у меня, я надеюсь, с собой. Да, лопата с собой. Давайте смотрим, что у нас там дальше идет. Давай. Тут не видно ничего. Сейчас накручу опять. Потом опять карта у меня. Вау. Так. У меня пока никакой брони нету. Опа. О, по-моему, не сильно они меня. Давай, ладно, руби, если уж начал рубить. Я хочу вернуть так, как все было. А, вот, по-моему, так. Я два раза крутанул. Где теперь сундук этот, блин? Вот сундук. Ну, короче, сейчас... Блин, давай, открывай. Ну, тоже не особо тут что-то хорошее. Да, кладов много, блин, а... Разрушить. Кладов много, но пока... Пока из более-менее чего-то нормального это... Вот это мачете. Так, вот это нам нужно на... на парус. На, именно на тканевый парус. А, плюс светлячков мы не поймали. Но это нужно сделать. Блин, это нужно сделать этот. Сачок. Так, цветочки собираем. Я не понял, макаки не собирают цветочки или как? Вроде они их раньше тырили, собирали сюда. Так. Опа-на. Я надеялся, что из нее выпадет этот... Как его называют? Ядовитая железа. Я очень сильно надеялся, что из нее выпадет ядовитая железа. Опа, загорелся. Да, они светятся, точно. Блин, макаки сперли. Сперли мою паутину. А, здесь пауков. Два кокона. Я бы так их и оставил бы. Пока два. Я не понял. Еще один клад? Да ладно.
Оставим, ладно, два кокона, пускай будут. Еще один клад, я только отошел уже. Где он? Слушайте, ну это можно до бесконечности так это... ползать. Зонтик, который испортится. Шапка. Так. Это сюда. Зонтик, короче, пускай подавится. Они будут забирать его, нет? И мне нужны доски. Короче, я греюсь от этого, по-моему. Где мачете? От мачете перегреваюсь, походу. Он нагрелся вместе со мной. Так вот, в руки его лучше возьмем. Не знаю, срублю еще. Тратится, кстати, нехило. Да, вот видите, нагрев у него идет. Идет нагрев, потом он краснеет. Я так понимаю, когда он красный станет, он начнет поджигать все это дело. Ну, рубит неплохо, по-моему, быстрее. Чуть-чуть быстрее. А, обезьяны, блин. Сейчас за мной пойдут же. Обезьяны, блин. Но у меня там ничего не валяется, я все в сундуке убрал. Я, по-моему, все убрал в сундуке. Да, обсидиановые вещи светятся. Вот еще что классно. Кстати, вот эту машину можно разрушить, там золото забрать. Так. Поехали. Это сюда. Блин, блин. Так, открыть сундук. Сейчас как бы не шлепнуть ее. Вот это вот нафиг. У меня есть вот такая жилетка, по идее. И она мне, по идее, тоже нафиг не нужна. Шапка. Шапку пригодится, а вот жилетки я все равно не буду носить. Так, куча досок. Веревок. Веревок мало, поэтому так. Делаем опять грузовую лодку. Веревки. Я их не изучал даже, точно. Три веревки, 6 досок. Готова лодка. Все равно, наверное, поплыву куда-то в эту сторону. О, ну вот клад, в принципе, можно в эту сторону как раз поплыть. А, вот еще. Блин. Ну, ладно. Пускай так будет. Сундук еще поставить. Нам доски на что еще нужны? Ну, да, у меня на костер нету. Нету на костер. Нету на костер. И факела нету. Я доску-то не добывал вообще. Давайте побегаем, но я не знаю, травку пособираем. Пока есть такая возможность. Я совсем с этими кладами вот забываю про всякие необходимые, самые начальные вещи какие-то. То есть как это, лихорадка золотая. Бегаешь как сумасшедший, клад. А нужно же там дощечки там, ой, не дощечки, бревнышки всякие, всякая вот такая вот мелочь, она тоже же нужна, и из-за нее можно, из-за недостатка этого можно, блин, спокойно умереть. И все, что ты нахапал весь этот клад, это все не нужно будет. Так, вот по поводу брони у меня, я вот и не вижу ракушек. Ракушек я почему-то не вижу. Почему они не появляются? Это, нет их тут на этом острове. Мне не хватает-то парочки штук. И вот камней на этом островке, по-моему, маловато. То есть вот один, два и все. А вот я имею в виду, на которых блюдечки растут. Хотя вот тут тень небольшая. Нету. Нету, жалко, не, жалко нет вот... А, стоп. Три? Нет, это все тоже. Два всего.
Жалко это в холодильник складывать. Тот же суп, там нужно три, по-моему, блюдечка этих. Топоры у нас есть. Давайте порубим. Может, кстати, сейчас банан найдем. Так, и макаки уже тут, да? Нашли банан. Так. А что это она шишки забрала и все? И то не все. Так. Топор, блин, чуть-чуть не хватило дорубить. Возьму немножко хотя бы дерева. Вот еще яйцо есть. И нужно же куда-то отправляться, что-то исследовать потихонечку. Я не понял, цветы заново вырастают так быстро, или я их просто не все замечаю? Я вроде их все время собираю. Блин, смотрите, опять. Жесть. Это просто жесть. Сколько можно? Ну это шапка. О, броня наконец-то. Есть броня. Немножко золота. Но это вот как раз шапка вот это вот вытворяет. То есть везде, где мы... Короче, если мы в этой шапке ходим, там показывается нам, где скрыты клады. Вот именно в этой шапке мы гуляем, и они появляются недалеко от нас. Если он там есть клад, то он там появляется. А в этом мире их, я так понимаю, много. И на одном острове, видите, сколько их. То есть они не именно появляются, а нам просто показывается, где они находятся. Так, и вот отсюда вот нужно забрать. Все это, нам уже вот эта штуковина не нужна. Нам осталось сделать парус. Также изучить лодочный хотя бы факел. Так, факел давай. Так, чинилка сюда. Бутылка со мной, это сюда. Так, на всякий пожарный возьму, пускай будет. Мясо не нужно. Так. Доски. Вот это можно взять с собой, инструменты. Так. Короче, это пускай лежит, и это пускай лежит. Может, сгниет там. Гниль понадобится нам для удобрения. И где-то была ткань. Две ткани, две веревки, по-моему, и два бамбука, если не ошибаюсь. Чтобы сделать парус тканевый. Да, две веревки нам нужно еще. Трава есть? Сделаем. Вот доски я хотя бы изучу. Досок и так полно, но изучу хотя бы. Я не знаю, еще один сундук сделать. Пускай будет. А где-то вот так вот, вот здесь вот я, наверное, где-то очаг поставлю. Так. Делаем парус. Так, съем. Вот кости можно было выкинуть, и, в принципе, бамбук тоже можно было выкинуть. Давайте сюда их выкинем. И куда-нибудь сплаваем. Сплаваем, разведаем. А то я еще не разведывал. Вот так вот проплыть. Использовать как раз подзорную трубу. И поплывем уже на тот островок, где мы видим. У нас еще один клад там. Блин, кладов вообще полно. То есть данным героем можно просто плавать за кладами. Но если просто плавать, тоже ничего хорошего не получится. Это похоже островок. Давайте глянем, какого он, что из себя представляет. А, это кораллы. Не, кораллы вот стоят, а это... Понятно, еще ящики и прочее. Прочая хурьма. Так, нам нужно вот это. Для противоядия и для камина. Так, еще
Ну давайте сделаем еще, нарубим. Тут не так много, как раз хватит всего. Но против... Блин, по-моему, даже на противоядие уже не хватает. Блин. Я хочу собрать досок. Досок хотя бы. Хотя бы лодки. Я наделаю все лодки, изучу, какие есть. Чтобы было. И тут вроде где-то еще сундук был. А, ниже. Ой, тут еще лес. Понятно, тут еще лес. Факел у меня опять нету с собой, да? Сейчас нужно сделать. И веточек у меня мало. Чего-чего, а веточек у меня мало. Бегаем. Пока цветочки есть, бегаем. Глядишь, еще какой-нибудь клад тут откроется, пока мы бегаем в этой шляпе. Она сейчас, кстати, закончится уже. Нужно будет еще сделать. Хорошая шапка. Вообще офигенная. Так, много цветочков я собираю. Зря. Уже столько не нужно мне. Так, ладно. Ну, золото, золото хорошо, конечно. Но пока это не то, что нужно. По-моему, пауки есть. Да, да. Слышно. Они с этими воюют там. Так, факел. Эх, забыл сделать. Сачок забыл сделать. Вот, тут тоже такой остров неплохой. Картофан, собираем. Собираем, он вроде бы вырастает заново, поэтому собираем. Кстати, вот тут ракушек нет, мне нужно всего... Стоп. Это маленький кусочек? Нет, тут случайно не дудо? Тут, по-моему, дерево. Да, тут живое дерево. Нет, не маленький кусочек. Ну и я все равно не вижу. А, вот ракушка одна. Мне не хватает две ракушки всего. Возьмем больше. Может быть, я еще там замки песочные буду делать. Когда буду стоять. Они, по-моему, несложно делаются. О, свинья еще есть. Неплохо. Так, картошки я набрал, но мало. О, две свиньи. Вот здесь можно заниматься добычей свиных жопок. Три свиньи. Отлично, на пчел их травить. Прекрасно. А, кстати, мне нужны свиньи. И много картофана. Может задержаться тут? На этом островке. Рассудок нормально. Пожрать есть что? Поэтому я так думаю, может тут немножко задержаться. Именно для того, чтобы поубивать свиней. Друг на друга их сейчас потравить. Убивать будет мясо, дальше будут шкурки. Но это мало, конечно. Мне нужно 4 шкурки, а вот я не знаю. Домики сломать. Домики жалко ломать. Отравить. Мяса у меня нету друг на друга натравливать. У меня зато есть. По-моему, собаки. У меня есть блюдечки. Так, ну натравливать давайте мы будем уже в следующей серии. А то опять длинные серии получаются. Я думаю, не забуду. В следующей серии будем бой свиней устраивать. Все, всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.